Итак, ребяточки, появилась у нас такая вот эпическая башня, и там у нас Рекс 30. Против него, конечно, хороши всякие там рапторы, шмапторы. Ну, давайте как-то попробуем взять уклоняющихся ребят. Ну, им, да, мономимчик, индоминус, индораптор. Попробуем, как сработает. Ну, сейчас, короче, мономим сразу окочурится. Я, значит, с него начну. Хотя нет, он успеет походить первым. Я, по идее, два раза смогу походить, да? Походить первым, а потом опережающий ход. Ну, давай. Или, подождите, ну, опережающий удар. Он же не сработает, да? То есть надо сначала уклоняться таким. Уклонился, так, но следующий удар, хотя мы его сейчас занерфим, это неплохо, и у него очищения никакого нет, но на сколько там, на 50%, по-моему, это не спасет. А, с критом уклонился, он бы пробил меня вообще, как нифиг делать. Давай. Нифига себе, три уклонения подряд. Вы такое видели? Давайте, пора, он выполнил больше, чем мог, так сказать. А этот умрет сейчас, да, сходу. Блин. Хотя мономим остался целехонек. Вот это было эпически. Ну, опять же. Ну, блин, тут уклоняться дело неблагодарное, наверное. Так я бы его уже, наверное, и пробил бы. Вот, ту-ту-ту. Ну, вот ему и хана, да. У него шансов уклониться никаких нет. 4400. Я бы его пробил и за один удар, да, если бы попал. Итого. Что нам тут насыпят? $13500, это круто. И обычненьких, да, ну блин. Мне обычные нужны, обычные трисератопсы. Тысяч так 10, 20, 30. Забыл поставить. У нас атака индораптора. Команда противника, ну в общем-то сам индораптор. Одна преграда. Он очень быстро, поэтому против него лучше использовать стойких или бронированных существ, способности удар превосходства, тагомайзер и тормозящее воздействие тоже отлично подойдут. Ну, честно говоря, брать анкитарзавра что-то мне не хочется, я думаю, возьмем-ка мы Турамолоха нашего недавно созданного, нашего индораптора 27 левела, трикозаврика, ну и перораптор, он быстрее. У индораптора 128, у этого 129. Ну это, в общем-то, единственное существо, которое у нас быстрее. И, в принципе, с него имеет смысл начать или нет? Наверное, да, потому что жизни у него мало, нужно атаковать им и стопроцентно снизить урон нашего врага и подмениться. Он сейчас будет уклоняться, но от уклонения это ему не поможет. Он сейчас будет, скорее всего, использовать очищающие удары. Ну, да. Так. Блин, следующий удар у него будет двойной в обход брони. Блин, 3700 пробьет. Ну, Трики должен выжить. А! У нас есть опережающее снижение урона. Чуть я как-то про это даже и забыл. Ну и в итоге сколько? И в итоге 340. Вот это я понимаю. Следующий кунный удар. Нанесение в обход брони, да? В принципе... А, я его уже могу пробить. Ну, давайте пока не будем его добивать.
черт, добил я. Ну, трикозавр красавчик. Он двойной урон индораптора выдерживает. А еще вот эта его обилочка. Вообще круто, ребята. И эпический инкубатор. Тут сейчас нам насыпят 13 тысяч монет. Это всегда приятно. 5 тысяч димитродончика. Ну, дайте мне пару зауралофика. Вот это тоже неплохо. Как бы они нам нужны. Так, ну, я хочу... Мне обычные нужны трицератопсы. Обычные нужны. И кто-то еще там обычный нужен. В большом количестве. Так. Это готово. В бой! Так, ну и вот кто нам попался на этот раз. Ну что, давайте начнем с шустрика. Так, спинатозуха. Спинатозух бьет больно, и он оказался еще быстрее нас. Вот это фак. Подождите, а почему я походил первый, если он типа быстрее? Как-то заглючило, что ли, этот значок. Он мне кровотечение не наложил? Это что за мистика? О, я теперь понял, почему вот эти вот динозавры находятся в топе на 30 уровне. Они на них подменяются. Они-то сами ничего особенного, да, но у них подмена просто дичайшая. Зря я использовал опережающий паралич, конечно. Ну ладно. Дракорекс, ёшкин ты кот. Так, ну надо валить, на него не работают параличи. Уклонился, гаденыш-то. Делаем то же самое, потому что сейчас будет та сильная атака от Индоминуса. Прощай, мой друг. Ах ты, надо же было выжить. А, мы уклонились, у него-то крит был. Двушечка. И что, мы так быстро победили? Да? Блин, всего лишь плюс 6 дали. Ну и на этом, ребяточки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всех с наступающим.